Сегодня день рождения у девушки Миланы. Вот она. С днем рождения! Как вообще праздник? Вообще расскажи твое впечатление, вообще кто в душе? Слушай, очень красиво, здорово, много народу, интересно. Это один, наверное, из лучших праздников за последнюю историю нашего города. В нашей жизни, наверное. Нет, в нашем городе. В нашем городе, да. В нашем городе. Да, блин, я с тобой согласен полностью. Да, всех поздравляю. Да, спасибо, с праздником еще раз. Спасибо жителям, потому что это и их заслуга большая, потому что участие, организация, помощь – это все в наших руках, и мы понимаем, что мы можем. Невозможно уйти, моя любимая песня со сцены идет. Вот так и ходишь, от сцены к сцене. Очень круто, придумали формат вообще обалденный. Кто тебе понравился больше? Все, в общем-то, там, Буйнову 72. Сколько? 72. Буйнову 72 года? Да. Обалдеть. Ну, земляне тоже красавчики, да? Ну, да. Детство вспомнили, да? Конечно, сами хорошие. Вообще. Все круто!
да? Майя, как тебе вообще в общем праздник? Скажи, что в душе? В душе сцена в парке «Белые пески» лучшая была сегодня, я считаю. Бесспорно, сам посмотри. Да, благодарю тебя. Вот, друзья, наконец-то нашел людей, которые производят копорский иван-чай. Настоящий, это тот, который поставляли в Европу. И вот, давайте познакомимся с ними. Вот, давайте, вот, город мастеров. Вы все-таки единственный, который производите копорский иван-чай, да? Или? Ну, был конкурент, но всплыл. Ага. Скажем так, мы максимально придерживаемся традиционного способа производства. Ага. То есть это максимально прямое, максимально и на качество. Ты в жару или стужу, в песке или снеге. Ну как ощущения вообще? Хорошие. А? Гор за свою страну. Гор. И за город гор. А что больше всего понравилось вообще? Все понравилось. Что понравилось больше всего вообще? Спасибо огромное, спасибо. Вы такие молодцы. Все понравилось. Все. Знаю, что больше сказать, что не понравилось. Ну это самый лучший праздник, наверное, со столом оборудования, всю историю, наверное, да? Да, да. Вот, смотрите, каких людей, в каких маскарадных костюмах. Да, привет, Александр. Привет, привет. Как вообще праздник? Я просто пришел только недавно. Праздник огонь. Огонь, да? Огонь, да. Столько людей наш город давным-давно уже не встречал и не видел. Вот, все жизнерадостные, улыбаются, ходят. Немножко погода всех смочила. Я Александра Юрьевича здесь видел. Его. Здесь да. Проходил мимо. Это. Да, у нас сегодня было открытие с утра баскетбольного стадиона. О, все об этом говорят. Ну, да, что было там? Классно, супер. Александр Юрьевич приезжал, открыл стадион. Вот, я сейчас тоже пойду проверю, тоже Александр Юрьевич. Я тоже Александр Юрьевич пройду. Александр, проверю, да, проверь, там это. Стучит мяч, нет? Вот. А сейчас они доигрывают детско-юношеской спортивной школе, играют взрослые. Это где-то, где-то? Дюша. А, Дюша, да. И в 9-й школе доигрывают дети. Чемпионат будет этот. Они уже играют, они его начали. Сейчас, в данный момент. Да, и попасть бы. А еще эти концерты сегодня вечером, да? Попасть вот прям сейчас. А, сейчас можно сказать? Мужики рубятся, да, там очень сильно. Блин, все, бегу. Это, ну ладно, я очень... Надо проводить каждые полгода хотя бы такие мероприятия. Как минимум. Да, асфальты вообще просто весь город закатывает. Давай, успехов тебе. Да, Саша, успехов тоже, да. Акрил, да? Вот, посмотрите, какой же. Здесь. А дело в том, что я увидел церковь Христового Воскресения, и я в ней крестился. Представляете, где-то? 50 километров от Питера, и вдруг я вижу здесь Сосновом Бору у нас в основном.
вот сейчас меня разрывает, брать не брать. Каждый год. Ну, вот тогда я. Чтобы асфальтировали так же город, да? Один раз в году этого достаточно. Да нет, да, почаще надо. Чаще я столько не выпью, да. Так можно не пить же. Ведь можно же не пить, а просто праздники устраивать. Надо иногда просто заниматься делами, а не просто. Понятно. А праздной жизнью. Как это? Кушать это не праздники, душа не. Пошло. Хорошо, девушки, не вино. Еще раз. Здравствуйте! Праздника вас тоже! Как все проходит? Надо было разогнать эти тучи-то. Три раза разогнали, а уже 2,5 раза немножко покапали. Ну так прикольно, наоборот, ладно. В этом что-то есть. Как все проходит? Замечательно. Михаил, счастливо. Если только сын Киселева, на этой праздничной сцене для вас и только для вас легендарные...
прошло полчасика, а что он... Как взрослые относятся вот к этому? Учителя там, вот вообще, вот к вашим таким? Плохо, да? Ну, нет, мама не все. Не все. Мама нейтральна? Да. У некоторых учителя даже косплееры. Ага. Например, у нас учительница английского косплеер. А, сама это? А, в образе. Она вот, очень круто. Многие... А я знаю ее, наверное. Так, это... Софья Неровная. Софья, да, Неровная, я знаю, да. Вот я ее, я подписан на нее, мне нравятся все точки, наверное, какие-то. Много друзей встретил. Я могу сказать, что это, наверное, самый лучший праздник за всю историю соснового бора. Ну, не включая, наверное, демонстрации на 1 мая, 7 ноября в свое время. Но там было другое совершенно, вот именно по вложению всего. Но единственное, что как там у людей не видно улыбок, на самом деле, нет вот этой радости какой-то искренней, что ли, там этого не хватает. Или мне показалось просто, давно не был в сосновом бору, поэтому так. Что команда 47. Респект и уважуху, у вас все получилось. Все классно. Соснового бора лучше.